Вот такая удивительная, сказочная погода, можно сказать, даже новогодняя, когда все стены у нас теплицы в снегу, установилась у нас сегодня, 27 апреля, накануне праздника Святой Пасхи. И она кажется прям удивительной и сказочной, потому что такой контраст. Тут уже растения у меня, томаты не только стоят, но и высажены, а на улице идет снег вот такой новогодний, прям хлопьями, и скапливаются сугробы. Вот такие все, спадает снег, и уже вся теплица залеплена снегом. А внутри такое помидорное царство, государство, и это все так интересно. Тут зима, тут лето, короче, не пойми что. Но снег, конечно, красивый. Сейчас выйду, покажу вам. Я как раз собралась, видите, здесь надо было взять синенькие штучки. Ой, у нас опять ну, там на вишнях зимний пейзаж. Короче, третья волна ледникового периода. Никак все не может весна нас найти, а зима не хочет с нами попрощаться. Это кошмар, короче. Вот же только недавно было тепло, у нас уже все люди начали все высаживать. Смотрите, питомцы. Бедные питомцы.